Перешли красную черту. 27% концепции новой бюджетной политики утверждена, сегодня 29,5%. И занимаем. Пожалуйста, господин министр финансов. Чем вы чувствуете, настроение. Что у вас общие фразы? Понимаете, в чем вопрос? Ерлан Кенджибекс, при всем уважении к вам. У вас должен быть план А, план Б. Вы должны сейчас со всеми коллегами, членами правительства, вы должны с ними сейчас четко отработать, сказать, коллеги, еще год-два, мы же не можем постоянно, Александр Александрович, национальный фонд лазить. Не можем все время на внешнем рынке заимствованием заниматься. Тогда зачем занимали такую сумму? Мы же с первых дней тратили государственные средства на обслуживание этого займа. Вопрос, конечно, не к нынешнему министру образования, который, напротив, разобрался, сократил сумму займа и реализовал данный проект за 17,5 миллионов долларов. То есть, оказывается, можно было уложиться и в эту сумму. Но ведь, Алихан Александрович, кто-то организовал этот займ на 50 миллионов долларов больше, чем требовалось. И такая картина, Алихан Александрович, по многим министерствам.